помнить и передавать поколениям. В день освобождения Лабинского района от немецко-фашистских захватчиков в Мирнинском доме культуры состоялась презентация проекта 6-го микрорайона «Эстафета добрых дел». Символично, ведь проект направлен именно на сохранение памяти земляков, завоевавших нам мирную жизнь. Я благодарю Ольгу Леонидовну Ахов, председателя вашего микрорайона, и всю ее команду, которая отважилась на такой проект, который называется «Эстафета добрых дел». Все вместе мы должны с вами поработать над этим большим, серьезным проектом. И у нас с вами появится книга памяти 6-го микрорайона о тех людях, которые эту землю родную для вас, для нас, для ваших мам и пап сохранили. И я думаю, что когда вы узнаете побольше о своих родных, у вас появится больше гордости и больше любви именно к этому клочку земли. Желаю всем присутствующим в зале, всем вашим семьям мира, тепла, добра, ну и, что сейчас очень актуально, крепкого здоровья. В рамках проекта будет продолжено благоустройство парка 40-летия Победы. А самой главной достопримечательностью станет стена памяти с именами земляков-героев. Мероприятие это посвящено нашему гранту «Эстафета добрых дел», который мы выиграли в 2022 году, поддержанный фондом губернатора Краснодарского края. И сегодня у нас уже третья встреча, на которой я рассказала всем учащимся и классным руководителям о проектах, о планах этого гранта, о том, что будет в парке построена стена памяти, на которой будет размещено 225 фотографий, которые будут увековечены именно наши жители, ушедшие на фронт, погибшие, которые вернулись, но которые воевали. Проект будет реализован до конца мая 2022 года. Лилит Саакян, Георгий Сопов, Лабмедиа.